Белл, будь как дома. Пора за работу. Марк? Адлер? Белл? Начинаем. Последние 48 часов замечен всплеск советской активности в эфире. ЦРУ и Минобороны запросили информацию по своим каналам, но пока что зацепок насчет Персея нет. У Ми-6 тоже никаких следов. С чего-то надо начать. Так что вернемся сюда. Вьетнам, 68-й год. Тогда мы столкнулись с Персеем. Черт! Я так и думал, что та операция нам еще аукнется. Подними все, что есть по атаке в Дананге и скинь парк. Она пробьет по базе Ми-6. Нам нужны позывные, шифровки, отчеты о совместных операциях. В общем, любые возможные зацепки. Есть. Тут вступаешь ты, Белл. У нас приказ взять тебя во Вьетнам. Зря я считал, что нам никто не нужен. Без тебя мы никак. Иди к доске с уликами. Прокрутим события в Дананге. Нужны зацепки, чтобы выйти на Персея. Вот так. За остальным, Симпсон. Спасибо, агент Азулай. Медикаменты в дальней комнате. Как дела, Белл? В этом случае, да. Ты можешь вспомнить что-нибудь важное для нас. Ну, я бы с удовольствием послушала про Индокитай. Так близко к Персею. Поговорим потом. Итак, Белл, вернемся во Вьетнам. Там Персей впервые попал нам на глаза. Дело было в январе 68-го. Мы служили в спецгруппе ЦРУ, прикрепленной к 3-му полку морпехов Дананге. Нам поручили следить за советской активностью. Ходили слухи об агентах СССР в регионе. Но данных о присутствии Персея не было. До Дананга. Персей откуда-то узнал об операции «Сломанная челюсть». «Сломанная челюсть»? Да, там все пошло под откос. Мы вышли из лагеря Гаскинс. Ага, эту дыру я помню. Угу, попробуй вспомнить. Любые детали. Лица, имена, что угодно, лишь бы навело нас на след Персея. Все равно, что искать иголку с туги сена. На поле со стогами. Возможно, но иголка-то есть. Помни, нас ждет дело. Сломанная челюсть? Да, тогда все пошло под откос. Белл, пора вставать. Хорош спать.
со мной, Белл? Давай, Белл, пора за работу. Добро пожаловать в лагерь Гаскинс, наш маленький мирный оазис посреди этой богом забытой дыры. Ты в безопасности. Эй, мясник, как рука? Болит, зараза, но хотя бы шевелится. Эй, Симс, ты знаешь, что от этой дряни можно ослепнуть? Ага. Вот и хочу успеть посмотреть. Белл, пойдешь с Симсом. Вы хорошо друг друга дополняете. У нас новый приказ. На 4-м аванпосте Паракорди есть то, что позарез нужно Комми. О чем конкретно идет речь? А что лучше не знать? Паракорд штурмуют раз за разом. Наше дело — собрать это нечто и свалить нафиг. Спокойно! На этом задании у нас будет поддержка с воздуха. Справимся без проблем. Надеть наушники. Всем бортам доложите готовности. Барсук 9-1, готов. Барсук 9-2, к взлету готов. Барсук 9-2, обороты в норме. Птички на взлет, полный газ, ручку на себя. Все борта воздуха. Все крепко держатся? О, господи, Адлер! Почему у меня есть ощущение, что у тебя плохие новости? Потому что ты не дурак, Симс. Хотя новости неплохие, скорее даже очень хорошие. Объекту в Паракорде придется подождать. Отходим от основной группы, сделаем вылазку. И что же в этом хорошего? Источник сообщил, что в городе завелась крупная рыба. Советский агент с позывным Персей. О, черт! Разделяю твой энтузиазм, Симс. Если это правда, нашу разведку ждет золотая жила. Там Персей впервые попал нам на глаза. Подходим к деревне. Принято. Подбираю площадку. РПГ! Блок 2, задайте им жару! Вон, на колокольне! Белл, работаем! Вперед, Белл! Следом! Стандарт! Иди, Белл!
Прорывайтесь вперед, вы уже близко. У меня контакт. Контакт! Эй! Давай, брат, я помогу! Все равно, что искать иголку в стоге сена. Слышишь? Твой ход, Белл. Открой дверь. Адлер, они здесь. Подтверждаю. Уверен? Тут два трупа, и они совершенно не похожи на вьетнамцев. Белл, бери журнал связи. Посмотрим, с кем они болтали. Задание выполнено. Данные у нас. Пора валить. Отлично. Держи документы. Сейчас тебя заберем. Ладно, возвращаемся к Армаде и забираем чертов объект. Объект погрузки. Принято, 9-1. Будем защищать объект сколько сможем. Паракорд отбой.
Барсук 9-1, в воздухе! В этих горах только Чарли! Мирных там нет! Подтверждаю все цели! Лови, Белл! Работай по вижу! Арабли! Продолжаем атаковать конвой!
будьте осторожны, у нас жарко. Понял, Паракорд. Вы Адлер, группа спецопераций? Да, да. Да быстрее же, мать вашу. Да, сэр, спасибо. Не мне спасибо. Это Белл. Вот кто добыл нам целую охапку советских разведданных. Идем, марш. Удачи, командир. Атомное что? Адлер, ты прикалываешься? Это страховка, вот все, что нужно. Все настолько хреново? Еще нет. Откуда ты узнал? Симс! Белл! Вы как? Нормально! Белл, мать твою! Давай в турели, пока нас не смяли! Белл, давай! Стреляй уже, не подпускай их к нам! С нами? Как думаешь, это можно считать успехом? Хоть бомба не взорвалась. Главное, у нас есть данные о Персее.